Всем привет, вы на канале Temp of Play, на связи Игорь. Продолжаем играть в Warcraft 3 и Forged. У нас компания Орды. Глава 2. Долгий поход. Эта земля сурова и прекрасна. Совсем как та, откуда пришел мой народ. Таурены всегда чтили мать-землю. Свободное кочевье по бескрайним равнинам — далеко не худшая судьба, юный вождь. Возможно, Керн, но мой народ заслуживает той земли, которую мог бы назвать своей. Вождь, приближается табун мародеров. Они скачут прямо на нас. Керн, коды перегружены и нуждаются в отдыхе. Может быть, тебе лучше остаться здесь и охранять караван, пока мы ищем оазис? Ха! Нечего меня беречь. Может, я и стар, но уж никак не беспомощен. Так, нам предлагают построить что-нибудь или нет? Караван это маникюр. Пора за дело! Не можем никак командовать. Сила и честь. Ну да. Духи неспокойны. Тотемки тут понаставили. Идем сюда, я так понимаю. Хорошо. Они за мной все-таки идут. По пятам. Занимайте оборону! Локтарогар! Нас никто не остановит! Да. Пойти налево, посмотреть, что тут есть. Сила и честь. Бог дорож! Держите оборону! Защищайте Кодо! Ну, типа, защитил. Тауренов не так просто застать врасплох. Интересно, ничего нет. Хорошо. Тут уже какая-то база. Никто не уйдет! Кентавры вернулись! Куда? Они атакуют! Мой час пробил! Ничего взять не могу. Дабу. Свиток. Возьми. Мне бы свой. Хорошо. Подлечить. Во. Чуть-чуть подлечил. Это самому подлечиться. За молот Рока! Я вождь. Дабу. Сила и честь. За мной там идут помаленьку. Хорошо. Мародеры вновь атакуют. Бой, друзья мои. Все подлечим. Локригар Ногал. Хотя тут можно было подлечиться около этого. Да, зря использовал. Ну ладно, использовал.
Тромка, воин. Ты из клана Песни Войны, верно? Да, вождь. Адский Крик отправил наш отряд на поиски остальных. Но когда напали конелюды, мы разделились. Конелюды. Не волнуйся, мы найдем твой отряд. А пока выпей воды из источника. Духи этого места восстановят твои силы. Сила и честь. Какие-то там... Дабу. Звуки борьбы. Держите оборону! Защищайте Кодо! Рыболюды, бей! Никто не уйдет! Сила и честь. Какие-то ядовитые, судя по всему. Хорошо. По зеленой вот этой вот фигне от них. Ну, вроде жизнь не отбавляет. Так, здесь, здесь тупик получается. Дабу. Да, сюда, значит. Даже не дали ничего с них интересного. За молот Рока! Да, вот. Сила и честь. Ну, хорош! Хорошо. Что с вами Дабу. Что покачнуть? Вот это, наверное, качнем. Будем докачивать уж. Хотя можно и волков было прокачать. У какой тут мародер. Сила и честь. Хорошо. Твой час пробил. И что я использовал? Нечаянно. Хорошо. Ну ладно, использовал, так использовал. Динозавр какие-то. Держите оборону! Защищайте Кодо! Чё, попробуйте их мочкануть. За молот Рока! Ну, хорош! Твой час пробил! Я его убью, этот подписчик. Да, все-таки сволочь разменял. Дабу. Что у вас тут есть, интересно? Твой час пробил! Ни хрена себя нет. Электричество какие-то. Сила и честь. Зато что-то какой-то сейчас колечко. Когти. Боевые когти. Хорошо. Что не дают? Плюс 3 урона от героя. Сила и честь. Сюда или налево, направо. Давай направо. Да, смотрим, что там есть. Вверх пока не пойдем. О! Хорошо. Что у тебя есть? Приветствую тебя, вождь. Мы к твоим услугам. О, отлично, не зря пошел. Да, был. Выбирай, не торопись. Броня. Я вождь. Хорошо. Что-то бить-то. Маны, маны. Нормально. Духи неспокойны. А нету там зелья для всех. Пора за дело. Держите оборону. Защищайте Кодо. Откуда вы тут взяли? Суспин зашел. Какие хитрожопые.
Локригар Ногал. Сейчас еще одну карпичку, блин, потеряю. Плохо дело. Самолот Рока! Давайте, выскакивайте. Сила и честь. Хорошо. О, хорош! Никто не уйдет! Хорошо. А, гнездо их нет. Пора за дело. Красиво я сделал. Красиво нарисовали. Сила и честь. Сюда, сестрички. Давно мы не лакомились мясом чужеземцев. А мне нечем в них стрелять-то. Не советую, дорогуши. Когда мои наездники прижмут вас к земле, вырваться вам не удастся. Они сетью могут их ловить, ага. Я вождь! Да, попробуем. Что нужно? Окригар нога! Дабу. Вот со воздухи смешного. Духи неспокойны. Может, хватит уже. Пускайся. Духи неспокойны. Локригар нога. Держите оборону. Защищайте Кодо. Со спины заходит там понемножку, если стоишь долго. Сила и честь. Хорошо. А, ну, наконец-то, оазис. Катапульты клана Песни Войны. Они могут нам пригодиться. Кто там жизнь не останавливает, я чуть не пойму. Я вождь! Катапульты. Дабу. Вот сейчас у нас не влезет вся армия, получается, катапульт у нас. Еще не могу использовать, у меня комбинация клавиш назначена другая немножко. Держите оборону! Защищайте Кодо! Только так вот. Сила и честь. Только скажи! Локригар Ногал! На нас напали! Убей! Духи неспокойны! Ломали. Вождь! Что ты стреляешь, не пойму. Мой час пробил! Ну, хорош! Держите оборону! Защищайте Кодо! Самолот Рока! Хорошо. Чего у них тут интересного-то есть? Я забыл про волк. Вождь! Никто не уйдет! Чё это там? Пора за дело! Чё это такое? Сила и честь. Что это, он бессмертный, что ли? Локарош! Локригар Ногал! Вот это поворот.
Духи неспокойны. Второй раз ожил. Пора за дело. Ну пошли, в общем, нам туда, сюда идем. Дабу. Хорошо. Твой час пробил! На нас напали! Чего прикажешь? А? Октар! Всех хоть собрал. Мулгор лежит как раз за этим ущельем. Но, боюсь, кентавры уничтожат караван раньше, чем он достигнет цели. Держите оборону! Защищайте Кодо! Это еще не конечная, походу, точка будет. Локригар, нога! Хорошо. Я вождь! Хорошо. Блин, застрял среди этих петухов. Пора за дело. Так, фонтаны не действуют на технику. Дабу. Ну наконец-то оазис. Да. Ну пофигу. Хозяин? Барин. Свобу. Хозяин, духи барин. Неспокойны. Три оазиса. А четвертый. А, все получается, прошли. Керн! Караван не успеет пройти! Пусть гнев Матери Земли воздаст этим мерзавцам по заслугам! Больше они нас не побеспокоят. А ты, юный вождь, можешь продолжать свои поиски. Кто такой Оракул? Или что? В легендах говорится, что он видит нити судьбы такими, как их сплела Мать-Земля. Только он сможет показать тебе твою судьбу. Где мне его искать? Далеко на севере у мглистого подножия горы Хиджал находится пик Каменного Когтя. Там, в пещерах, ты найдешь Оракула. Отправляйся в путь, я дам тебе лучших кодо. Спасибо, Керн. Я не забуду тебя. Иди с честью, юный вождь. Да хранит тебя Мать-Земля. Победа! Ура! В общем, на этом моменте закончим. Продолжим в следующей серии. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, если вы не знаете. Всем удачи и пока. Thank you.